Тот, кого тянут, сопротивляется. Руками вперед. Тренування під відкритим небом добре впливають на ваш організм. Тренер Костянтин проводить їх тричі на тиждень для людей будь-якого віку. Сам хлопець говорить, що в такий непростий час потрібно створювати такі заходи, які допоможуть не зациклюватися на своїх проблемах та новинах. Ми займаємося вже на протяженні півтора місяця. Ця мисль появилась буквально дуже спонтанно, коли я лежав на своїй кроваті і думав о своєму. Знаєте, як говориться, в тишині приходять самі умні мислі. Чому б в це складне час для всіх нас не допомагати людям? Тому що у багатьох немає можливості в той же зал пойти, у багатьох просто немає мотивації. Да? Я вважаю, що во многом, когда ты занимаешься в какой-то группе, это дает тебе большую мотивацию. Ты смотришь на других ребят, и они тебя подбадривают. И я решил, почему бы не сделать это бесплатно, так как сейчас нужно помогать хоть как-то людям, как ты можешь. Тренування в компанії – це не тільки здоровий фізичний стан, гарний вигляд, а ще й нові знайомства. Іноді після тренувань Костянтин полюбляє живе спілкування за чашкою кави. Эту тренировку мы проводим, опять же, вторник, четверг, суббота на 7:30, парк Мира. Вначале у нас проходит бег, потом мы занимаемся общей физической подготовкой, которая состоит из упражнений на все группы мышц, на каждую часть нашего тела. Потом мы растягиваемся и в конце мы отдыхаем. Дар'я та Аріна дуже мотивовані приходити на тренування. Вони дякують Костянтину за його відданість цій справі. Є огромна мотивація, іначе б я не вставала в 5:30 утра, щоб сюди приїхати на тренування. Тому що я люблю этот круг общения, я люблю эти тренировки, мне нравится коллектив, мне нравится тренер, мне нравится упражнение и как тело развивается. И видны результаты. Спасибо тренеру, спасибо большое тренеру. Ну, очень благодарна ему, то, что он вот так вот раскрылся, то, что он предложил такую идеальную идею. Ну, что каждое утро у нас говорит, что давайте, идемте. Да, просто пишут в группе, давайте, все, подъем, встаем. Всем доброе утро, да. Солнышки, пойдемте. Все будет классно, и после этого занятия такой позитив, просто заряд на весь день. Да, дает энергию просто идти и продолжать дальше на тренировке. Аня розповіла, звідки дізналася про тренування та чому вирішила приєднатися до компанії тренера. Я в інстаграмі побачила, що проводяться безплатні тренування, написала, він сказав приходити, і от я ходжу вже 3 тижні. Можна підтримувати себе в формі, в здоров'ї, як би. І я завжди хотіла почати утром займатися, але самій як-то неінтересно. А ось дві подруги Віка та Аня розповіли свою мотивацію прокидатися рано вранці. А мы, я вожу ребенка на тренировку Костику и сама хожу к Костику на тренировку. И он предложил утром заниматься, ходить в парк, бегать сначала, да, мы хотели, а потом уже все. Да, я узнала от Ани, это она меня пригласила. Вот, и, сарафан на радио. Да, и, в принципе, я приехала и начали вот как-то заниматься. Я по большей части тоже это делаю для себя, для заряда на целый день. Потому что после тренировок у тебя очень классное настроение, состояние. Это тебя пробуждает на целый день, дает очень много сил, вдохновляет. Вот. И тем более с такой компанией, с таким настроем. Мы очень круто проводим время, не только заряжаемся. Мы еще ждем даже встречи. Да, да. Мы ждем этого дня, потому что... Мы пропустили. Когда такое ощущение, как будто давно не занимались, и поэтому... Классные ощущения и... Ну, Костику нас... классно, он да. Всех подбадривает. Даже те, кто не умеют бегать, вон начали бегать. Костянтин Калугін вдячний всім, хто знайшов в собі сили працювати над своєю фізичною формою і займатися спортом разом із ним. Всю інформацію про проведення тренувань ви можете дізнатися на його сторінці в Інстаграмі. На самом деле, первое, для чего я это делаю, люди, которые ходят, мне очень приятно их просто видеть каждый день, как они ко мне относятся. Соответственно, когда ты относишься к человеку хорошо, и они к тебе будут тоже хорошо относиться. Я всех очень люблю, хочу видеть как можно больше людей, дарить больше эмоций. Безусловно, все, что вы сейчас видите, это можно присутствовать здесь, заниматься, развиваться. Для этого просто нужно иметь коврик, водичку, хорошее настроение. Для этого мне просто нужно написать, и я вас добавлю в нашу группу, у нас есть в Инстаграме, там, где мы списываемся и назначаем тренировку. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Thank you.